прошедшем году Узбекистан принимал председательство в Организации экономического сотрудничества, которая является своего рода экономическим мостом между странами Европы, Кавказа, Ближнего Востока и Азии. В эти минуты в Ташкенте проходит заседание Совета министров иностранных дел данной организации. Дорогие братья, сегодня Организация экономического сотрудничества – это признанная международная организация. За многие годы своей деятельности наша организация обрела богатый опыт и доказывает свою востребованность. Наша организация имеет необходимый потенциал для развития торговли, транспортной инфраструктуры, промышленной кооперации, туризма, а также защиты окружающей среды. Мы очень рады, что Совет успешно завершил свое заседание. Несколько минут назад было приятно отметить максимальное присутствие министров иностранных дел ОАЭ сегодня в Ташкенте, что сделало это событие исключительным и исторически значимым. Не всегда это происходит. Отрадно отметить, что во время председательства Узбекистана в 2022 году мы начали подготовку к созданию двух важных новых коридоров, а именно коридоров Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран и Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Турция, которые внесут, я думаю, значительный вклад в региональное взаимодействие. Принимая председательство в 2021 году, Шавкат Мирзиёев выдвигал на саммите в Ашхабаде несколько инициатив в рамках ОАЭС, и одним из них было о разработке нового торгового соглашения. И также он выдвигал инициативу о создании центра инноваций. Вот какие работы сейчас ведутся? Относительно торговли, я как отмечал ранее, торговля является приоритетным направлением нашей деятельности. Согласно основополагающему документу, который называется Vision 2025 или перспективы 2025 год, мы обязались как минимум удвоить внутрирегиональную торговлю, потому что цифры, которые я озвучил ранее, не соответствуют тому потенциалу, который имеет регион. Поэтому и в этом плане, конечно, инициатива уважаемого президента в области торговли очень важна, очень актуальна. И сейчас в организации идет обсуждение и рассмотрение этой инициативы. Что касается инициативы о создании инвестиционно-инновационного центра в рамках ОАЭС, эта инициатива тоже находится на стадии рассмотрения. Но другие инициативы, уважаемый президент, уже начали свою реализацию. Это в первую очередь создание комитета высокого уровня по разработке новых рекомендаций и предложений для дальнейшего повышения эффективности нашей организации. Это была инициатива уважаемый президент Республики Узбекистан. Другая инициатива президента Узбекистана касалась создания диалоговой платформы высокого уровня о сотрудничестве в области окружающей среды. По этому вопросу также сегодня было принято соответствующее решение. И третья инициатива, которая была успешно осуществлена и реализована в рамках организации, это объявление 2022 года по инициативе главы государства Узбекистана годом укрепления взаимосвязанности. Шестое заседание СМИТ ОАЭС в Ташкенте приветствовало Азербайджанскую республику в качестве нового председателя ОАЭС в 2023 году. Азербайджан принял председательство в ОАЭС под названием «Год
зеленого перехода и взаимосвязанности.